В России ввели штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Для легковых автомобилей наказание составляет 1500 рублей, для грузовиков – уже 5000. В течение суток на одну машину можно выписать только одно такое постановление. Из-за этого складывается парадоксальная ситуация. Сейчас добраться из Москвы до Санкт-Петербурга по новой трассе М-11 стоит больше 2000 рублей. На этом фоне оплата 1500-го штрафа выглядит более выгодной альтернативой. Впрочем, операторы платников поспешили уточнить, что при начислении штрафа за неоплаченный проезд человек не освобождается от самого платежа, но его получится взыскать только через суд. Само наказание понадобилось, чтобы широко внедрить на магистралях систему Free Flow. Благодаря последней останавливаться на пунктах оплаты больше не нужно, так как деньги списываются на ходу со счета автомобилиста по госномеру машины. И продолжая тему наказаний. Российский Минюст раскрыл детали разработки нового кодекса об административных правонарушениях. Среди прочего, свежая редакция документа принесет новое наказание для злостных нарушителей. Так водителя смогут лишить прав на срок до 1,5 лет, если на протяжении 1 года он 3 раза попадался на грубых проступках. К последним относятся выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и тому подобное. Правда, в новой системе не будут учитываться проступки, зафиксированные камерами. Это значит, что лишиться прав сможет лишь тот, кого ловили сотрудники ДПС. А их на дорогах, как известно, становится все меньше и меньше. По инициативе полиции также вводится усиленное наказание для пьяных водителей, перевозящих детей до 16 лет. А еще власти хотят прописать четкие правила наказания водителей, которые ездят без ОСАГО. Однако сроки введения новелл остаются расплывчатыми, ведь документ до сих пор не внесен на рассмотрение правительства. Между тем, с 1 марта МВД начнет аннулировать диагностические карты автомобилей, которые были выданы без проведения самого технического осмотра. Операторов, которые продолжат торговать липовыми документами, хотят штрафовать на внушительные суммы – от 100 до 300 тысяч рублей. Водителей, не прошедших техосмотр вовремя, ждет штраф – 2000 рублей. Правда, его начнут применять не раньше 2022 года.